Хотелось сделать что-то особенное. И мы начали искать символ, который характеризует арму лучше всего. Арму все любят за музыку. Главный танцпол архитектурой напоминает католическую церковь. Поэтому мы решили усилить этот эффект и построить техно-орган. Орган оказался очень сложным в производстве, огромное количество мелких деталей. Поэтому в какой-то момент мы поняли, что, возможно, стоит от органа отказаться. Начали предлагать концепты с сетками светопроекционными. Но нашелся декоратор, который сказал, что готов собрать орган. И мы вернулись к этой идее, дополнили концепт и сделали орган. Работает та инсталляция, которая продумана, начиная от макета ее и заканчивая конечным уже результатом в плане виджейнга и так далее. То есть тогда, когда она расписана примерно по часам, в зависимости от тона музыки, в зависимости от настроения общего танцпола и так далее. Это, наверное, самое важное. Мы рады, что есть такие места, люди, которые готовы экспериментировать вместе с нами. Только так мы можем увидеть, как наши идеи превращаются во что-то материальное. И посмотреть, как это на самом деле происходит вживую. Это круто.